В Воронеже сотрудники ДПС приехали на улицу Хальзунова проверить сообщение о том, что там неизвестный мужчина с ножом ведет себя неадекватно. Во время попытки утихомирить дебошира один из полицейских получил несколько ранений в область головы и туловища. 25-летний нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемому в совершении преступления предъявлено обвинение. Дожидаться суда он будет в следственном изоляторе.